Обращаюсь к нападению вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, нет. И даже не от легкомыслия. Это происходит общей человеческой беспечности. Эти несчастья и ужасы далеки от нас. Они совершаются внутри провинции. Они не перед нашими глазами. Вот разгадка и объяснение всего. За пожертвования у нас не станет дела. Мы все готовы жертвовать. Но пожертвования, собственно, в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно. Отчасти потому, что не всякий уверен, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Помогать нужно прежде тому, с которым случилось несчастье внезапное, которое вдруг в одну минуту лишило всего за одним разом. Или пожар, или падеж скота, или смерть. Словом, всякое лишение внезапное. Но нужно, чтобы помощь эта произведена истинно христианским образом. Если же она будет состоять только в одной выдаче денег, она ровно ничего не будет значить. И не обратится никогда в добро. Русский человек способен на все крайности. Увидя, что с полученными небольшими деньгами он не может ничего вести из жизни, как прежде, он с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное содержание. А потому наставьте его, дабы он изменил прежнее житие свое, а ты не уже был бы человеком не прежним, но как бы другой человек, и вещественно, и нравственно. Он вас поймет. Несчастье очень мягчает человека. Но всему лучше, однако же, эта помощь производилась из рук опытных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастья, которое есть тот же крик небесный, вопиющий к человеку о перемене всей его прежней жизни.